Здравствуйте, уважаемые коллеги. Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается законопроекта правительства РФ. Как известно, в случае, если лицо, которое применяет специальный налоговый режим, это, например, УСН либо ЕСХН, выставляет счет фактуры и выделяет в нем НДС, то данное лицо обязано уплатить налог на добавленную стоимость. Это, в общем, глава 21 и норма это всем известна. Но также следует заметить, что в настоящее время лицо должно, кроме того, отразить соответствующие НДС, которые она получит от своего контрагента, в своих доходах. В результате возникает двойное налогообложение, о чем говорит правительство РФ. Кроме того, ну, в случае, если расходы учитываются в спецрежимах расходы, то фактически получается, что НДС, один и тот же НДС, он, в общем-то, отражается в доходах, и одновременно он должен будет отразиться в расходах. А как таковой экономический результат, он не появляется. Ну, во всяком случае, может не появиться. То есть, фактически, это лишнее отражение в учете соответствующих сумм. Поэтому, чтобы избежать, во-первых, двойное налогообложение, а во-вторых, бессмысленное отражение в учете, правительство и предлагает не отражать лицами, которые, хотя и выставляют НДС в счетах, фактурах, но применяют спецрежимы ОСН и ЕСХН, не отражать, соответственно, суммы НДС в доходах и не отражать их в расходах. В целом, думаю, что законопроект разумный, его следует поддержать, и, скорее всего, как мне кажется, он будет поддержан. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.